Мы сегодня вам расскажем и, конечно же, покажем, как в беду вам не попасть, на дороге не пропасть. Приготовься слушать нас, начинаем свой рассказ. Старый фильм бьет тревогу. Зайцы вышли на дорогу, но они не знают правил, кто же их одних оставил. Увидал зайчат медведь, стал сердито он реветь. Все с дороги уходите, ведь так больше не шалите. Ворон тоже крикнул. Как? Пешеходам тротуар, тротуары вдоль дороги, там гуляйте без тревоги. Испугались тут зайчишки и спросили дядю Мишку, как дорогу перейти, чтобы маму нам найти. Как быстрее домой попасть, на дороге не пропасть. Надо пешеходный переход поискать, и тогда по нему шагать. Пешеходный переход, знак для пешехода, полосатый знак прохода. Есть у пешеходного перехода дирижер под названием светофор. Он зверятам путь укажет, про дорогу все расскажет. Если красным глазом светит, вы на месте стойте, дети, и на пешеходный переход не ступайте, все машины пропускайте. Если желтый глаз горит, подождите, говорит, это знак внимания после ожидания. Вот горит зеленый свет, пешеходам всем привет, путь по пешеходному переходу вам открыт, коль зеленый свет горит. Мишка зайцев обучил и по зебре проводил. Больше нет в лесу тревоги, знают правила дороги. Правила!